Очевидно совершенно, что за вот последнее время накопилось много недовольства у наших союзников, и взаимоотношения значительно изменились. Это не то, что было в начале. Я помню, когда я был министром иностранных дел, и когда было признание Абхазии, какое в российском обществе было отношение. Этого сегодня нету. Это все мы постарались, чтобы такое произошло. Давайте все вместе постараемся как-то исправлять в средствах массовой информации, в соцсетях, везде как-то исправлять это отношение. Потому что я так слышу от многих деятелей российских о том, что в абхазских соцсетях так много негатива выливается на взаимоотношения России и Абхазии, там обрушивается на посла, там всякие такие вещи. Конечно, это не может не влиять на наши взаимоотношения.